Итак, мы находимся в городке Альберобелло. Вот это перед нами и есть Трулли. Дома. Трулли, я сказала. Вот смотрите, как они сделаны. Вот непосредственно перед нами этот домик. Итак, мы видим. Крыша. Вот такой формы. Ой, два кота. Черный и белый. Видно вам, интересно, или нет? Приблизим сейчас. Вот они. Черный и белый. Ой, какая прелесть. Вот такие дома называются трулли. Вот целая улица этих домов. Здесь сегодня праздник пива, поэтому нам сказали, что машину парковать нельзя здесь, поэтому мы сейчас уезжаем. Это несмотря на то, что парковка здесь стоит 2 евро в час. Все занято, вот. 2 евро в час, а на целый день 6 евро. Нормальные цены, относительно нормальные. Вот такой паркометр, где можно заплатить за стояночку. И вот вы видите, улица перед нами и дома Трулли. Вот такая красота. 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 Интересненько. Итак, мы запарковали автомобиль. Вот, как у нас называют, европейский забор. Вот такие камни, и между ними цемент. И вот этот забор длится, длится. В общем, в этом поселке везде такие заборчики. Вот такая парковочка пустая, чуть дальше от центра, но зато свободно. 2 евро в час. Так, номер я не буду показывать. Итак, вот мы заплатили за стоянку за час. Но если не введешь номер автомобиля, то этот талончик. Вот такой здесь ресторанчик. Иль Поэта Контадино. Здесь вот паркеджа. Все занято. Парковка, то есть, извините. Итак, мы идем по улице, на которой расположены эти дома Трулли. Вот входная дверь в этот домик.
номер дома 6. И вот такая крыша у этого домика. Следующий домик. Вот такая входная дверь. И вот такая крыша. Это дымарь, я так поняла. Далее вот такая улица. Зона Монументале Трулли. А этот увидел, что я снимаю, специально так закашлял. Ну ладно. Вот будем подниматься вверх по этой улице. И в самом конце этой улицы наверху находится церковь. Трулли. Трулло примитиво. Коструито а Петра. Вива интакто. Вот можем зайти и посмотреть, как внутри здесь. Вот мы заходим. Бонасера. Бонасера. И вот видим. Вот такое сооружение внутри. И вот здесь жили люди. Ни окон, ни дверей. Здесь продаются всякие сувенирчики. Guarda, entriamoci dentro un trullo, guarda. Ой, какой вид красивый. Какой красивый вид. Трулло кон алькове. Вход свободный. Входа вот такой. Фонтанчик. И заходим и смотрим дальше. Бонасера. Скузате. Трулли significa casa. Sì, questa qui è un trullo. Sì, casa è prima. Era una delle case. Sì. E quanti secoli fa? Anche 500 anni. Grazie. Вот здесь продают вот такие всякие оливки, олио экстра вирджин. Здесь всякие сувенирчики. И ключики. Ключики. А вот продается Трулли con locale. Io non so che gusti c'hai, però lui. Antico trullo. Grazie. А здесь старинное трулло с садом. Antico trullo con giardino panoramico.
Carlo, li finì, eh? Sì? Li finisco. I soldi, li finì. Ah no, pensavo alla roba. Thank you.